Друзья, всем привет, всем доброго вечера. Чем заняться вечером? Решил вот из такой белой пряжи, овечья шерсть, тройная нить, начать себе вязать кардиган. Начала вязать вот на таких спицах. Вяжу здесь у меня резиночка 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Набрала вот на такие спицы 110 петелечек и провязываю резиночку. Это у меня низ спинки. Начала вязание со спинки. Первую петельку мы, как обычно, снимаем. Первую снимаем, потом идет первая изнаночная. Потом идут у меня две лицевые петельки. Вот. Две лицевые петельки провязала. Потом провязала две изнаночные петельки. И так дальше до конца ряда. Вяжу на двух спицах. Это пряжа овечья шерсть, тройная нить. Ниточка очень теплая. Вяжется очень легко и быстро. Решила себе на зиму связать очень теплый кардиган. Носить буду сама. Сначала я свяжу спиночку кардигана, потом буду перед вязать кардигана. Спереди я буду пускать полосочки. Добавлю туда ниточку люрикс, чтобы она была красивая. Горловина у меня будет. Горловину сделаю капюшон. Спереди он у меня будет на пуговицах и сделаю поясочек. Такой кардиган я вязала в прошлом году, только у меня пряжа была оранжевого цвета. А в этом году я решила сделать из белой шерсти. Друзья, надеюсь, мое видео вам понравилось. Кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Поддержите мой канал лайком. Очень нужна ваша поддержка. Увидимся в новом видео.